Дорогие абхазские братья и сестры, от имени Республики Южная Осетия поздравляю всех жителей Братской Республики Абхазия с Днем Международного Признания Независимости. 12 лет назад, в тяжелое для наших республик время, Российская Федерация признала государственную независимость и суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Признание обозначило для наших народов начало новой исторической эпохи, эпохи мира и процветания, а дата 26 августа 2008 года навсегда вошла в историю как долгожданный день торжества исторической справедливости. Этот день стал поистине судьбоносным для наших народов. Пройдя через испытания войной, мы выстояли и добились признания нашей независимости. Международное признание открыло перед нашими странами широкие возможности и перспективы. Принят комплекс мер по укреплению безопасности наших стран. Подписан ряд новых соглашений в области военно-технического сотрудничества, науки, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта. Сегодня Республика Южная Осетия и Республика Абхазия – суверенные и независимые государства, идущие по пути социально-экономического развития, шаг за шагом укрепляющие свои международные позиции. Убежден, Республика Абхазия и дальше будет развиваться в заданном направлении, а братские отношения между нашими странами и народами будут крепнуть с каждым годом. Еще раз поздравляю вас с Днем признания независимости. От всей души желаю всему народу Апсны мира и благополучия. Апсуа. Ишемазаид. Эснак. Атончрей. Аманшаларей.